Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дима и канал МТГ Сибирь. В сегодняшнем видео мы будем обозревать Abzan Enchantments. Это дека, которую я сделал, чтобы вас и себя, в первую очередь, порадовать. Итак, Abzan Enchantments, дека на чарах и на созвездии, как основной обилки этой колоды. Что же у нас тут есть? У нас тут есть 4 Альсида Щедрости Жизни, которые являются существом и чарой одновременно, с цепью жизни, за Думану пожертвуйте Альсида, и целевое существо или чары под нашим контролем получают защиту от выбранного цвета. 4 копии Эйдаона Ненависти, за Думану 1-2, с цепью жизни. Каждый раз, когда умирает зачарованное существо, возьмите одну карту за каждую ауру, бывшую прикрепленную к нему под вашим контролем. И это у нас 2 копии Благословения Могия. Прекрасный ремувальчик, особенно против агр. И 3 копии хватки 3-си. Назвиманы 3-3 получает зачарованное существо. Также у нас есть 3 копии Нессийского странника, который помогает нам с поиском земель, чтобы мы каждый ход могли выкладывать себе по одной штучке. И 2 копии Предельщицы Судеб за 2 маны, 2-3 заклинания существ и чар под нашим контролем не могут быть отменены. 4 копии Сетесской Поборницы за 3 маны 1-3, созвездие. Каждый раз, когда чары выходят на поле битвы под нашим контролем, положите 1 жетон +1/+1 на Сетесскую Поборницу и возьмите карту. 4 копии Изгоняющего Света, это наш ремувал типа. 4 копии Архонта Милости Солнца за 4 маны 3-4 с полетом с цепью жизни. Существа Пегасы под нашим контролем имеют цепь жизни. И каждый раз, когда чары выходят на поле битвы под нашим контролем, мы делаем себе 2-2 белый Пегас с полетом. 2 копии Пастыря Кошмаров также присутствуют за 4 маны 4-4 с полетом. Каждый раз, как другое не являющееся фишка существо под нашим контролем умирает, можем изгнать его. И если мы это делаем, мы возвращаем это существо только уже в виде фишки 1-1. И 2 копии Каликса Десницы Судьбы за 4 маны 4 лояльности. За плюс 1 мы смотрим 4 верхних карты библиотеки, выбираем оттуда карту чары, кладем себе в руку. За минус 3 делаем то же самое, что и Banishing Light, а за минус 7 возвращаем все карты чар нашего кладбища на поле битвы. 3 копии Элспид превозмогает смерть. Как я уже говорил в одном из предыдущих роликов, это самая, по моему мнению, на сегодня лучшая карта в стандарте. За 5 маны чары, причем даже не мифика рара. На первой стадии изгоняет целевой перманент под контролем оппонента с монокостом 3 или больше. На второй стадии все спеллы оппонента стоят на 2 маны больше. И на третьей стадии мы возвращаем с кладбища в игру карточку Плейнсволкера или существа. Вот, самая простая монобаза. Не знаю, насколько уж может быть проще. Только я хочу сейчас, конечно же, я накрафтил уже себе карточки нужные. Я сейчас их поменяю на красивые, точнее на земельки, да, вот эти вот. Эти вот красивые никсовские земельки. Вот они. 4. Давайте, наверное, все-таки 3. И 2 Фореста. Вот так вот. Вот такая дека. Что касаемо сайдборда. Сейчас я перейду вот такой вид. Мне так, извиняюсь, 23 земли, кстати, доиграем. Потому что у нас есть вот такие чуваки. Что касаемо сайдборда. 1 копия Гибели Легиона. 3 копии Дискарта, 2 трофея убийцы на всякий пожарный, 3 копии Клятвы Каи, кстати, тоже чара, это круто, 2 копии Кунора Пса Атрея, который с бдительностью, с угрозой и с лайфлинком, и карты существ на кладбищах не могут выходить на поле битвы, 3 копии Рыцаря Осени и 1 Тростани, если вдруг мы наткнемся на деку, который любит брать наши перманенты под свой контроль, да, такие тоже имеются. Ну что, ребятки, давайте тестить сегодня эту деку, надеюсь, вам понравится, не забывайте, пожалуйста, про лайк, про подписку, и про комментарий и с колокольчиком под видосом. Ребята, помогите мне исполнить мою мечту, набрать 1000 подписчиков. Для меня это очень-очень-очень важно. Ну а мы тем временем погнали. Играть мы будем, ребята, в BO3 с сайдбордом. И, ребята, если вы хотите, чтобы я затестил какую-нибудь вашу деку, напишите мне об этом лучше всего ВКонтакте. Но можете также в комментариях под роликом на ютубчике. Если же вы хотите, чтобы ваша дека вышла без очереди, то донаты, донаты приветствуются, да, помогите, они мне помогают в развитии канала, я за них закупаю оборудование, за них закупаю карты, чтобы создавать для вас новые видосы, все очень просто. Итак, ходим первыми. А, рука какаха, давайте. Чё я сделал? Фак. Ну ладно. Мы будем играть против очень тяжелого матчапа. С такой рукой. То есть, если бы у нас
Была черная мана с артворки. Вопросов бы не было, но так у нас черной маны нету, то рука просто отстой. Я нечаянно ее кипнул. Че я наделал, блин? Рука мышка сама потянулась. Да, 11-часовой рабочий день хорошо не сказывается. Три наверх, нифига себе. Там прямо такой шоколад, что ли. Вот я грущу от этого. Это не то, что надо. Ну ладно. Ходи. Можно, кстати, так. Так, кстати, прикольно. Давайте вредилищица, земля, ход. Сейчас я землю подрону. В принципе, можно начать играть Каликса. Тогда искать себе чары. Что-нибудь вот этих, например, чуваков экзайлить под предилищицу или не под предилищицу. Тут надо разобраться. Но сейчас, я думаю, выйдет Тефари. Мне так кажется. Кто бы сомневался. Тефари на столе. Давай сейчас черную, потом еще черную подробно. Да. Две черных в топ-деках. Я буду доволен. Но это не совсем то, о чем я мечтал в этой жизни. И снова предилищица. И ход. Красная. Fires of Invention сейчас сюда упадет. По-любому. Fires of Invention и Sphinx следом. Нет Тефари. Окей. Ну, плохо для нас. Плохо для нас тормозит, потому что у нас нет земли. Я думаю, что мы сейчас сдадимся и начнем следующую игру. Да. Как-то это все грустно. Да, нечаянно кипнул. Кипнул, ну тупанул, ребятки. Работа сказывается, извините, тут я не могу ничего с этим поделать. Давайте будем сразу же ставить 3 рыцаря осени. Что еще? Мучительное сожаление по-любому. Может быть, расстание? Хотя вряд ли эти трофеи. Хотя, блин, трофеи против этой деки опасно сайдить. Наверное, так оставим. Один Banishing Light уберем. Я думаю, что благословение Могия мы тоже нафиг уберем. Ну, ни к чему они. Так, странник, предилищица нормальная. Хотя, можно и без нее, на самом деле. Не такая уж она критична. Давайте одну оставим. Что убрать? Ведь хватки трясины. К чему, да, они вообще? Давайте вот так вот. Да. Вот так вот. Попробуем так вот, ребята. Не знаю. Что-то меня немножечко расстроило то, что я случайно кипнул. Но ничего. Такое тоже бывает. Надо, чтобы сейчас не подвела с раздачей. А раздача так не очень хорошая. Давайте попробуем оставить, конечно. Тут просто храм есть. И он может сгладить сейчас углы и неровности этой раздачи. Да, давайте. Это хорошо. Для нас это очень хорошо. Альсеид. И давайте еще храм. Да, сказочный проход я кипну. Все, 94 мана, это прекрасно. То есть мы сможем сейчас сыграть Мучение сожаления, потом сыграть Пегаса и после этого сыграть Пастыря. План пока такой. Но он сейчас, конечно, я думаю, может сыграть гиганта Костекрушителя сюда. Его убить. Он 100%, 100 пудов есть в деке. Пока я решил не играть. Окей. Атака. На Адын. Что скажешь? Есть контакт. Ну давайте такую. Черную будем себе искать. Эту пока сыграем. Позырим, что там есть. Самое сложное, наверное, это Fires. Хотя, все зависит от руки. Fires. Тефари. Бух. Эти Тефари. Два Fires ничего не делают. Конец хода. Можете теперь Альсида убить. На следующий ход поставить гиганта. Я, правда, поставил Архонта. Как бы... Ну ладно, окей. Сейчас красная земля, смотрите. И гигант. Давайте пожертвуем, найдем себе черную. Только черной нам сейчас не хватает для счастья, чтобы мы могли пастыря сыграть на пятый ход. Ну, при условии, конечно, что мы подрубим пятую землю. Я думаю, будет сложно. Но можно. Давайте Архонт. И теперь вот уже приоритеты, как бы, я думаю, меняются. Мы можем сыграть Элспет, превозмогает смерть.
С Архонтом будет сложно что-то сделать. У него в деке вообще мало на него ответов. Они есть, но их мало. Джонни Зор. Файерс. И сейчас с этого Файерса он сыграет. Еще Файерс, ему больше играть нечем. Так, она 4, да, без проблем. Давай. Да. А ничего не стал играть? Как интересно. Давайте поставим Альсиида. Это нам даст Пегаса, просто это даст протекшн для Архонта. Атака. У него есть Master Removal. Вот Архонт умирает с Master Removal. Ну и ход. Хотя можно, конечно, было Бастера сыграть. Наверное, это было бы грамотнее. Сейчас посмотрим. Вопрос. Давайте пас. Нет блоков. Я готов приехать на 4, побыть в 15, даже если у тебя есть Mass Removal. А я так чувствую, он где-то тут вот затесался, среди этих трех карт. Хотя, ничего не известно. Тут врата. Он решил отдушно сыграть. Ну ладно. Ну мой ход, да? Он, кстати, не может ничего играть в мой ход. Это мне большой плюс. Эти пасты. Давайте атака. Прямо в 7, вот так. В 10. Ходи. Даже если он сейчас играет в раз, мы берем себе этого, мы берем себе этого. Сразу сделаем токена. А, вот сейчас вы можете вернуть пастыря, да, и сыграть в раз. Ну да, это грустно. Это грустно. Вот это как раз грустно. Грустно. То сейчас может нам прилететь в раз. Ну давайте ставим блок тогда. Хотя. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет, не убиваем в любом случае. Тогда вот ставим блок. Ну, чтобы даже если в раз мы 4 хита за позади не потеряли. И... Что-то еще? А, окей. Вот это было не страшно. И не смертельно. Вопрос, что играть? Пастыря? Или мучительное сожаление? Давайте, наверное, пастыря сыграем. Все еще. А схожу в атаку в Тефри. Хотя Тефери вот сейчас вот не напряг. Потому что оппонент все равно не может ничего играть мог. И у нас инстантов-то нету в деке особо. От слова совсем. Поэтому, ну... Ну все, ну, давайте, это мы выиграли, окей. Хорошо, мне дали пятую ману. Но мы играем на самом деле очень мало земель в деке. Мы играем 23 земли. С надеждой на то, что нам придется тир и поможет. Но вот сейчас вот что-то две игры не приходило, не помогал особо, зараза. Давайте думать, может быть, клятву Кая положить стоит. Это такая вот, как сказать, прямо верная смерть для Тефери. Сразу моментальная, да, мгновенная смерть для Тефери. Сгоняющий свет. А что можно убрать? Вот так вот, если просудить. Эдолона ненависти. Давайте уберем Эдолона ненависти. Так-то он хороший, конечно, но... Он просто в этой деке ничего не... против этой деки ничего не делает абсолютно. Отсеять куда лучше. Против этого конкретного матчапа. Против Монореда, я думал, ненависти просто божественный и непредсказуем. И вот он. И вот он. Да, это кипабельная рука, я ее обязательно кипну, конечно же. Сфинкс, да, сфинкс. Сейчас, в принципе, более-менее адекватная рука. Такой рукой можно играть. Где наверх, а ну на ботом, окей. Ну давай, гоу. Гоу, мэн. С храма начнем. Земля, четвертая земля. О, это такая хорошая карта. И она бы нам тут так помогла. Давайте ее ставим. Даже несмотря на то, что может быть мы ее не поставим. Блин, просто жалко от такой карты отказываться. Вот реально жалко. Ну конечно же хочется поставить на третий ход свидетельскую поборницу. Но не знаю, получится ли это у нас или нет. Давайте для начала посмотрим, что там есть. Что там есть такого, что может нас запарить? Что есть? Пакеш. Файерс. Тефери. Это не парит особо. Кенрид парит. Кенрид парит. Давайте Файерс. В данной ситуации. Если бы один Тефери, я бы убрал Тефери. Хотя... У него больше, кстати, нет земель. Но он, наверное, сейчас под... А, он, может, и не подровает. Если не подровает, это вообще будет грустняшка.
Для него, по крайней мере. У нас появился шанс, ребята, у нас появился шанс. Давайте поставим срочное айдолона, давайте поставим срочно проход и скажем ход. Да, нам тоже немножко не дают четвертую землю, ну блин. Чё там у тебя? Да ну гигант. Не верю. Дизенчант. Да, без проблем. Это единственный айдолон, который я не отсадил. Видимо, создает проблемы. Чё, земля, да? Земля пришла. Ах. Ах ты, заразушка такая. Ладно. Это сказочный проход. Может быть, нам сейчас стоит поставить рыцаря и погенить 4 хп? Может, так стоит поступить? Давайте на атаке поступим. Получаете 4 жизни. Угу. Синьку будет искать по-любому. Так. Ну, то есть мы получили профит. Он тоже получит профит своеобразный. От Тефри в виде дрова карты. Sorry, I'm late. Похоже, что мы эту карту не подровали. Вот это фигово. Вот это реально фигово. Нам нужно подровать карту земли. Спасибо. Ну давайте, наверное, атака. Так. Надо подумать. Давайте убьем. Черт бы с ним. Ходи. Ходи, мой друг. Я же просто что он подровал. Если он, конечно, подровал ману под Кенрита, то я бы поставил Кенрита. Если он сейчас будет ставить Тефери, ну... По сути... По сути, да, вот сейчас он получит неплохой... А, бонус. Нет. Окей. Я решил не ставить ничего, да? У нас что там есть? Эдолоша. Эдолоша вернем, значит. Атака. Ход. Сейчас, наверное, будем ставить Архонта, я не знаю. Окей. О, у нас появился ответ, это хорошо. Давайте, наверное, ставить Архонта. И поставим Эйдолона, следующий ход, с этой вот. И подроем карту. Будет нам счастье. Кенрит? Если Кенрит, я буду счастлив. На самом деле. Да, Кенрит. Кенрит, я с удовольствием поэкзайлю. Давайте. Вернем Эйдолона. С жетоном. Сделаем Ситокена. Алспед превозмогает смерть. Говорю, лучшая карта формата. Лучше не бывает. Да. Сюда. Наделали себе пегасов. Сейчас получим оглушительный рог. Снова вернем Эйдолона. Так что невелика потеря. Ходи. О, врата. Врата офигенная карта. В этой деке просто суперская. Может, он так думал, но это и так. Так. Давайте тогда. Во-первых, подискартим что-нибудь с руки. И, скорее всего, это будет сфинкс. Хотя, что там второе? О, вот это сильно опасная карта. И все на этом. Yes. Фу, первая игра за нами. Сила сегодня на нашей стороне, ребята. На нашей стороне. Ну что, ребятки, поехали дальше. И если вы еще не подписаны на канал, как я уже говорил, подпишитесь, помогите мне. Если вы еще не поставили лайк, срочно ставьте. Если вы хотите пообщаться, пишите мне комментарии. Итак, судьбинушка предлагают нам ходить первыми. Грех отказываться. Вопрос, чего я хочу? Вопрос, чего я хочу? Давайте хочу кипнуть эту руку. И, наверное, сыграть проход за черный. Ну, в любом случае, мы сможем на следующий ход поставить двух крещей.
храмчик обмана. Да. Не обманывай себя, дружище. Давайте пожертвуем. И найдем себе черненькую. Бам. А теперь так. Заплатить. Давайте Альсид. И давайте Эйдалон. И ход. Два атакера, два пингера. Сейчас, наверное, будет дискард. Как неожиданно. Ё-моё. Пока Архонт. Такой, ай, черт, надо было хватку скидывать. Что мне теперь делать с моими кричами? Ну ладно. Окей. Ванишинг Лайт тоже неплохой дроу. Давайте тогда так. Давайте еще один Эрсид. Подставимся под масс ремувал конкретно. Атака на два. Атака. И ход. Да это Эспер. Это Эспер с клятвой Кай, да. Что я хочу? Что я хочу? Куда? Да я лучше Альсида пожертвую, правда. Два мне ни к чему. Дадим протекшена черного. Окей. Дали чарку. Атака на два. Бам-бам. Погенились, ходи. Плохо, что нам земля не идет. Я все-таки надеюсь, что он поставит какую-нибудь кричу. Мы сможем ее убить. 4 маны не просто так. Атрис. Окей, мы ее убьем. На следующий ход ее убьем. Обязательно. Да-да-да. А что есть? Призвание тирана и земля с клятвой Каи, да? Наверное, вот так вот. И... вот так вот. Решил не брать клятву Каи, окей. Давайте пас. Давайте ход. Архонт. Ход, Архонт. Ход, и пришел Архонт. Падка трясины, подровали карту. Нормально, на самом деле. Земля была бы лучше. И ход. Если он сейчас будет играть вот эту вот ерунду, да. Будешь делать? Так и она будет делать, да? Ну ладно. И пас. Мой ход. А, где земля, где моя земля? Ну, давайте Banishing Light. Хотя можно было бы, конечно, вот так и так сделать. Ну, пока так. Ходи. Просто это слишком опасная карта. Как бы такие на генератор, это плюс, это очень круто. Тем более, это генератор не 1-1, а 2-3. Ай, наш Эрсеид умер. Ну ладно. Земля. Храм обмана. На самом деле, вот с таким монокрюком мы его запросто можем слить. Наверное, надо увеличивать все-таки количество земель в колоде. Пока Архонт. Архонт так боится. Просто кошмар. Ужасно, ужасно страшный Архонт. Ну давай. Что, атака? Нет? Не атака. Вопрос. Вопрос. Может, нам дадут землю? Давайте. Странник. Атака на один. Видите, против этой деки хватка трясины работает. Мне это нравится. Не работает вот это вот, поэтому это будет он отсаживать. Или работает, но плохо. Две карты осталось в руке оппонента. Что же это будет? Что же это будет? Это будет предельщица, судя. Плюс мы сейчас землю сюда поищем. Можно предельщицу? Пожалуйста. Спасибо. А, нету земли. Зато третий архон был. Видели, да? Все видели. А, может быть, стоило... Блин, наверное, стоило повешать сюда вот до атаки. При благословении Могия. Ну, мы, кстати же, можем повешать и на предельщицу. Неконтрибельно, а? А? Что скажешь? Можно, можно, можно. Пожалуйста. Не будь бякой. Блин. Жалко. Ну ладно, с Грейва сыграем. У нас там есть чего играть. Ух, обидно, обидно, обидно.
Обидно, обидно, обидно. Чё есть? Что есть, всё наше, да? Удильщицу подорвал. Подлец, а? Ну давайте так. Давайте активировать. Давайте за болотом. А, давайте сыграем благословение. Куда-нибудь вот сюда, допустим. Найдем... А, изгоните, да? Да, без проблем. Такое самое, что-то безобидное. Земельку. Да-да-да-да. Давайте форест. И ход. Так, сейчас он погенит 4-5 хитов. И будет в 12. Да, мы можем нанести 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дамага. Следующий ход. Надо подумать. Так крепко так подумать. А, Тефри, Тефри сейчас вот это попал. Вон. Тефри мы, кстати, можем и изгнать. Запросто. А, он решил сражать Кратвукай, да? Подровался, типа. Типа прокачался, типа Кратвукай, наверное, сюда. Нет? Эдолона? Противный Эдолон, плохой Эдолон. Землю, может, надо поставить, нет? Да, земелька. Вопрос, что мы будем убирать? Наверное, мы будем убирать Тефари. Этого не уберешь. Он, зараза, вообще читерский. Против него хорошо играет какой-нибудь Sacrifice. Окей. Да, это Тефари поэкзайлили. Тефари все, Тефари нету. Тефари больше не знаю. Хотя я бы, наверное, не клятву, а вот это бы убирал. Ну, давайте все равно вот так. И ход. Вообще читерская, конечно, карта очень-очень мощная. Возможно, вот она сейчас просто выиграет партию. Несмотря на все, что мы делали, все, что мы убивали и нам убили, мы просто сейчас сольем вот этой карты. Хотя я думаю, что если бы нам раньше пришла земля, то мы бы могли раньше развернуться, но куда лучше, чем... Ну, чем это показала игра. О. Ну да. Все. Я думаю, это все. Надо сайдиться, прямо так мощно сайдиться. Я думаю, что тут 100% есть превозмогает смерть, поэтому мы будем сайдить рыцарей. И что-то вот с этой фигней надо делать. Я что не знаю. Давайте дискард по-любому. Давайте... Куноров, может быть. Хотя вряд ли, зачем он нужен. Кибель. Трастани посайдим. Стоит, не стоит, трофей. Клятвикай, по-любому, вот так вот. Так, теперь, что будем делать? Что мы будем делать с этой ерундой? Так. Благословение Могия мы убираем. По-любому, одного Эльсида, одного Эдолона уберем. Ничего страшного. Страницу одну уберем, Предельщица Субихаров пускай будет. Хотя тоже, на самом деле, она не особо такая. Ну ладно, пускай. Так, поборница, клятва Кая, рыцарь, архонт, пастырь, спец Трастай. Ну, Трастайнаса, наверное, нет. Все-таки не этот матчап. Так. Одну клятву Кая уберем. Один Банишн Клайд уберем. Ну, одну хватку, ладно. Да, еще одного Эдолона. Давайте, в принципе, одну предельщицу. Попробуем так. Много чего себе насайдили, на самом деле. И закусишь, не знаешь, надо что убрать. Такое тоже частенько бывает. Первыми, конечно. О, ладно. Свамп ходи. Давайте начнем с агрессии. В сторону оппонента. Предельщица, вот.
О, нет, дискард на второй ход. Это почетно. Позырим. Так. Сколько всего? И лишение искры, две штуки. И удилищица. Блин, вот что делать с удилищицей, непонятно. Если мы ее... Это, то вот это. Ну, Тефри нам сейчас может, на самом деле, поднасрать. Тефри уберем. Бело-зеленый храм. Эй, да лоша. Нет, извини, друг. Не в этой ситуации. А так. Удилищица очень хорошая. Она... Ну, не факт, что он тут Ашока поставит, он на самом деле может сейчас просто сидеть на трех землях. Тут не ясно. Непонятно. Да, презрение, конечно. И земля затапана. 100%. Давайте поборницу. Поборница очень хорошая в этом участке. Храм, Архонт. Архонт классный, блин. Но два лишения искры как бы нам намекают, что... Ну, что-то не алё, дружище. Че, есть земля? Подробовал четвертую землю. На-на-на-на-на-на. Плохо-плохо-плохо. Ну ладно, сейчас все равно и выбирать нечего. Эта карточка пригодилась бы против Ашиока, но не сейчас. Удилищица вторая уже. Офигеть. Офигеть. Вот так это неплохая. Еще одна поборница. Ну, давайте поставим, ладно. И землю поставим. Давайте на один. Я надеюсь, что мы все-таки подробно какую-нибудь одну чару и закрутимся с нее. С помощью двух поборниц это сделать не так уж сложно. Землю сейчас будем убирать оппоненту. Смотри, вот так вот и вот так вот. Че выберешь? Или 100 пудов мы им артифай, или две земли. Две земли выбрал. Окей, жалко. И теперь у него есть дек мана на удильщицу. И это грустно. Это очень грустно. И с ней не хрен делать. А нам идет только земля. И от этого еще грустнее. Давайте следующую. Блин, в первой игре из-за крюка, второй из-за плуда проиграть. Колода, что ты со мной делаешь? Magic. Почему ты меня так сильно ненавидишь? Серьезно, да? Ух. Ладно, давайте следующую. Так гладко не получится. Ничего в этой жизни, на самом деле, гладко не бывает. Ну, дочка действительно хорошая. На самом деле, у меня были варианты. Я думал, или собрать себе агру, или собрать мидрейндж с врасками. Сейчас очень, кстати, популярные. Ну, мне, по крайней мере, нравятся там враски, там вот эти чарки, которые дробят тебе три карты. Ты враска ее жертвуешь, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, потом что-то думаю, соберу-ка вот такой билд. Такой билд, в принципе, мне нравится. Тут есть вот и Архонт, и комбо с Эйдолоном. И, ну, всякие маленькие плюшечки. Которые, когда заходят, ну, их невозможно игнорировать, потому что они прикольные, действительно. Давайте кип. С алтаря на чем? Только с затапанного. Лучше на второй ход поставим, чтобы без боли, мало ли, что там за дека. Потом какая-нибудь эрга лютая. Хади. Плохо то, что Banishing Light как бы не играется на третий ход, но мы можем это изменить. А ну тут не аргалит. Я фиг его знает, все возможно. Ладно, давайте для лоша. Давайте про ход. И ход. Что будем искать, ребята? Что мы будем искать? Наверное, мы будем искать черную или зеленую. Оп. Черный будем искать. Черный по-любому. Ну, потому что есть двойные черные косы в деке, и двойной белый как бы компенсируется. Вот, кстати, он и пришел. Заплатить две жизни. Давайте поборница. Давайте атака. В принципе, если нам сейчас дискартить, я, наверное, буду дискартить, а спид превозмогает смерть. Больно? Правда, больно. Ашиок. Окей. Это не дискард. Но тоже неприятно. Сам помирился, да, ради Крокуса? Логично. Мы поиграли. Окей. Так. Banishing Light сюда. Сейчас, надеюсь, подробим карту. Какую-нибудь хорошую. Путим землю. Землю было бы неплохо. Но Альсид тоже нормальный такой чувак.
Атака. Ходи. Сейчас будет Крокса. Это как бы само собой. Да? 6 карт, да, включая Крокс. Скорее всего, это будет. Давайте одного пастыря. Нам нужна земля точно. Спасибо. Давайте, пастырь. О! Ну ход. Вопрос. Да? Вставать в блок или не вставать? Убьет он нас или не убьет? Можно, кстати, Эдоуна вставить в блок и просто поедалиться. Да, земля ушла. На самом деле неплохая у нас сейчас рука. Придется что-то сбрасывать, я думаю, что это будет Альсиид. Ладно. Больно, да? Тебе больно? Это хорошо, когда больно. Сбросьте карту. Ну давайте Альсиида, да, сбросим. Нет блоков. Ладно, на 6. Красава. Давайте. Каликс. За минус 3. Кроксу сюда. Спасибо. Атака на 4. Отгенили ХП. Ходи. БР дискард. Хорошая такая. Да. Делать все зомби. Ай, феникс ушел. Ай-яй-яй. Что делать, что делать? На самом деле была бы у него мана, он бы сейчас мог поставить феникса и просто сходить сюда в атаку. Терзание, мучение, хаос. Ладно. Давайте позырим. Да? О, хватка трясин. Это прикольно. Давайте архонт. Давайте атаку. И ход. То есть мы обезопасили сейчас, получается, своего Каликса от атаки Феникса. И мне это нравится. Ну, что-то экзайлит, экзайлит. Постоянно экзайлит. Кто-то? Да. Дискартиться надо, что ли? Ну ладно. Нам бы землю и вообще вот это сочетание просто чумовое. Че, может, Крокса вернешь? Ну да. Да, наверное, поборницу мы будем дискартить. Так, давайте позырим, что есть. Еще Эйдолон. Круто. Давайте тогда еще Эйдолон. Сделали токена, давайте вот сюда. Хватка трясины. Две карты подроем и получается положимся в токен. О, еще Каликс. О, еще Альсиид. Прикольно, давайте Альсиида. Да, сделали себе 3 Пегаса, атака на 3. Че думаешь, друг? Вытянешь эту партию, нет? Ну и ходи. Ничего не получил, ничего не поскраил. И все, на этом все. Окей, первую партию у нас зашла против БР. Кроксы. Кроксы Грейва. Вообще, кстати, прикольный декбилки. Мне он понравился. Жалко, у меня ни одной кроксы нету, потому что я их никогда специально не крафтил. А я такой человек, который, если вскрывает картонки, то скрывает какой-то шлак. Поэтому. Мне понравилось. Давайте Куноров обязательно. Давайте Сожаление по-любому. Давайте Гибель Легиона обязательно. Что там, Трастани, не Трастани? Нет, она нам не нужна. Рыцарь Осени, да нету против чего. Трофей Убийцы. В принципе, вот так вот можно и оставить. Ванниш Лайт просто божественно здесь работает. Благословение Моги. Даже не знаю, нет, наверное, уберем. И одного Альсиида уберем. Тоже ни к чему. Так, хватка трясины. Странника одного уберем. Предельщи судеб обе уберем. И, в принципе, все остальное меня устраивает. Давайте вот так вот кипим. Бы
наверное, будет ходить первым, но у нас достаточно неплохая рука. Я хочу ее кипнуть, прямо очень хочу ее кипнуть. Начнем мы с заросшей гробницы, потом поставим землю и будем смотреть по ситуации. Либо мы будем кого-то убивать, либо будем ставить странника, что, кстати, приоритетнее всего. Храм злобы, окей. Гробница. Земля не самый лучший топ-дек, который мы могли бы подровать сейчас. Но, с учетом того, что у нас есть архонт, это нормально. То есть вы видели, да, как работает архонт, сколько он может позволить себе напоить таким. Особенно в такой колоде, где очень много чар. Вообще, это из моих самых любимых карт. Ой, дюрес. Ну, пока хватка. Этого нельзя, он крич. Печалька. Больно. А, нет, кровца. Ну, ладно. Давайте сбросим... землю. Ой, я дебил. О, нормально. Давайте для лоша. Давайте найдем себе землю. А в любом случае без карты мы не останемся, потому что это не были одни земли. И ход. Вот со шоком, кстати, мне понравилась тема. Как работает. Со шоком, да, со шоком прикольно. Ну ладно. Это было... Вообще такие карты странные, кстати, вот для такой колоды. Ну, как по мне. Не знаю, как вам, но они не попадают на грейс. Но для этой колоды, наверное, не очень хорошие. Может быть, очень хорошие. Это автору виднее. Я просто не знаю полного деклиста, поэтому не могу судить трезво о нем. Так. Это будет третья карта. Что еще есть? Сейчас мы позырим, кстати, что есть. Если ничего интересного, кровь тут экзайлим. Пепельный феникс. Он не критичный. Хотя... Давайте его. Yes. Ну что, ребята, как вам моя дека? Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А завтра будет уже дека от подписчика. Всем спасибо за внимание. Вы у меня большущие молодцы. И я вас всех очень сильно за это люблю, за то, что вы смотрите, за то, что вы поддерживаете. Спасибо вам огромное. Давайте, кстати, вступаем призовой бустерочек. А то мне интерес съедает. Что же там? Может, что-нибудь хорошее хоть раз в жизни. А там... What the fuck? Все существа способны блокировать несколько вебер, блокируют его каждый раз, когда несколько вебер становится блокированным существом. Что берет карту. Я говорю, один шлаг скрываю, никогда ничего нормального. Ладненько, ребята, всем спасибо за внимание и пока.